Ютуб, у микрофона Фикс, и сегодня мы продолжаем прокачивать наше войско, а именно потихоньку подбираемся к главному замку, который мы обязаны будем захватить. Если вы не видели прошлые части, то сначала посмотрите их у меня на канале, а ссылка на первую часть появится справа сверху. Ну а для тех, кто все уже посмотрел, добро пожаловать. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, а также писать много комментариев, чтобы я поскорее выпустил следующую часть. Ну еще раз, обязательно проверьте прямо сейчас, подписаны ли вы на канал. Ведь если вам нравятся такие ролики, то подписка поможет вам скорее узнать о том, когда они выйдут. А мы начинаем. В прошлой серии мы прошли вот эти уровни, а именно прокачали себе саблю, которую я сам могу бить, и открыли водяного дракона. Поэтому сегодня мы постараемся, возможно, вот тут открыть электрического дракона. Ведь тут сложный уровень, по-любому что-то должно открыться. А также еще и прокачаем оружие. И посмотрите, я тут смотрю, походу только сложные уровни идут. Вот тут вот средний, сложный и здесь средний. Боже мой, у меня столько прокачек оружия, походу под конец я буду самых всех оружием убивать. Ну и здесь нас ждет босс второй главы, а именно крепость, которая переходит на третью последнюю главу. Я бы даже сказал, что это просто стена с воротами посередине. Поэтому сегодня нам нужно ее преодолеть. Надеюсь, мы успеем. Поэтому давайте начнем с этого уровня, потом продвинемся в эту деревню и попробуем пройти это и вот это сразу. Обычно в ролике у нас помещается где-то 3 уровня, в этот раз попробую сделать 4. Как я смотрю, этот уровень прокачал нам воздушную атаку, и у меня очень много денег, посмотрите. Также мне кто-то в комментариях написал, опять же, чтобы я перед концом уровня продавал всех драконов, чтобы у меня было больше денег. Но я немного не понял, ведь это вроде не так работает. В начале каждого уровня у меня постоянно разная сумма денег, которая дается в начале этого уровня. Но я проверю. Вдруг это реально так работает, тогда это вообще имба. Так, я сундучок нашел. Как я вижу, они здесь идут с очень большого количества сторон. Но, к счастью, все сходятся вот сюда. И кто-то мне писал, что водяного дракона я могу поставить на суше. Если это так, то это очень жестко. Давайте проверим. И да, я могу поставить его на суше. Что ж, тогда хорошо. Что-то я, ребят, тут запутался. Проходов очень много. То есть так, 1, 2, 3, 4 и 5. Но главное, что все ведут сюда. Значит, всю оборону имеет смысл выстраивать здесь. Хотя, наверное, все-таки вот этого громилу поставить можно и вот сюда. Все-таки самое лучшее для него место. Так, его поставили. Убираем пока что продажу. Также, поскольку они сразу идут с боков, тут надо неплохо так подумать. Предлагаю где-то здесь поставить рыцаря. Все-таки он рыцарь. А дальние войска будем ставить на эти облачка. На них я тоже все ставить могу. Обязательно сразу надо поставить вот здесь вот ледяного дракона. Наверное, даже где-то вот здесь. А вот здесь вот поставим песчаного. И у меня еще 130 монет, и надо как-то защитить вот это место. Все-таки оно очень-очень слабо защищено у нас. Поэтому предлагаю вот тут тоже поставить песчаного дракона. В принципе, он будет захватывать все точки сразу. И денег остается мало, поэтому, думаю, надо бы прокачать рыцаря. Ну все, можно начинать. Вроде подготовился. Волна началась, пока что все легко, но я уже слышу грифонов. И я надеюсь, мы справимся с ними. Вроде как у меня тут еще песчаный дракон есть, но если что, мы сможем опробовать нашу новую прокачанную воздушную атаку. Хотя пока тут все под контролем, и они даже близко сюда не подходят. Но вот грифоны по сторонам меня немножко пугают. Надеюсь, я с ними справлюсь. Так, грифоны идут, песчаный дракон с ними сражается. Пожалуйста, 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 рыцарь, добивай. Песчаный дракон тоже участвует, пожалуйста. Вот, все хорошо, пока что ничего тратить не надо мне. Ай, нет, придется добить этого, нет, ворует. Так, ладно, у нас тут проблема, прокачаем рыцаря. Ой, тут они вообще сразу заворачивают, давайте как-нибудь. Ну, пожалуйста, добивайте их, я не успеваю сам их бить. Так, ребятки, очень плохо, надо срочно здесь улучшать защиту. Иначе сейчас у меня уже сломается сабля. Я думаю, здесь стоит поставить замедляющего ледяного дракона. Правда, он как-то не особо достает, поэтому поставим его вот тут. Думаю, здесь будет самое то. И вот здесь на краю можно поставить одного дракона, который будет плеваться огнем. Думаю, вообще не помешает. Хотя можно и водного поставить, даже не знаю, что будет лучше. Нет, водный сюда не подходит, поставлю здесь этого. Водного надо ставить как-то так, чтобы он бил в линию и сразу всех задевал. Поэтому я думаю, поставить сюда водного, а потом его прокачать, это будет хорошая идея. Ладно, запускаем следующую волну. Сейчас было очень напряженно. Все у меня целы-здоровы, нет, не все. Но лечить я его пока что не буду. Потом, если что, прокачаем. Опять идут грифоны, их гораздо больше. Что же мне делать, ребятки, я вообще не представляю. Хоть я и поставил тут замедлялку огненного дракона, но это все не то, что мне сейчас поможет от грифонов. И тут они уже идут. Надо срочно что-то думать. Пожалуйста, надеюсь, ты хоть как-то с ними справишься. Остается только молиться, если что, у меня есть воздушная атака, более прокачанная, и надо будет ее опробовать. Но пока что вроде потихоньку справляемся, их еще и замедляют. Ну да, вроде как все нормально. Вроде как. Давай, рыцарь, рыцарь, ты-то куда? Бей. Так, ставлю воздушную атаку здесь. Оу, вот это жестко. И у меня уже 100 монет есть, прокачиваем его. Они убили мне здесь одного. Во,
боже, я пропустил, они его убили, серьезно. О, это огромные потери, это минус 75 монет. Это ужасно, это реально ужасно, надо поставить его как-то по-другому, они даже этого успели накоцать. Но с волной я справился, так, придется что-то делать, я даже не знаю как. Надо, чтобы они в первую очередь били его. Возможно, будет лучше, если я поставлю его здесь. Пускай они все доходят в одну общую кучку и здесь их уже убивают. А тут так, мы будем только уменьшать ряды. Ладно, что ж, давайте начнем. Тут у нас теперь прокачанный дракон. Думаю, теперь с грифонами проблем у нас почти нету. Тем более, воздушная атака прокачанная довольно сильная. Правда, вот обидно, что мне все в инвентарь вообще не помещается. Ни камень, ни продажа. Но это, в принципе, мне пока здесь не надо. Все-таки основное у нас проходит грифоны. А камнем их и не остановить. Поэтому сейчас обязательно надо докачать вот его до максимума. Ведь он очень хорошо справляется с грифонами. Это что такое? Воздушные шары какие-то полетели. Так, это какая-то неприятная тема. Еще и грифонов дофига. Это полностью воздушная атака. Хорошо, что я поставил его здесь. Все-таки это гораздо полезнее сейчас. Так, ну грифонов он вроде как убивает. Осталось только вот, чтоб тут грифоны не прошли. Так, братик, справляйся, справляйся, пожалуйста. Ну пока что все хорошо. Я очень напряжен, но все вроде хорошо. Сейчас на две монеты прокачиваем его. Давай, теперь ты хорошо атакуй. И держим воздушную атаку наготове. Очень напряженная волна. Меня это очень напрягает. Ну хотя вроде с грифонами почти справились. Осталось только два. И остались воздушные шары, которые почему-то стали идти по дороге. Я надеюсь, они не сносят моих воинов же, нет? Но мы с ними справляемся, вроде все отлично. Они просто воздушные шары с моторчиками парят по облакам. Ну ладно, поскольку они пошли так, мы легко их победили. Даже усиленько их не пришлось тратить. И у нас тем временем 130 монет. Я бы в первую очередь прокачивал песчаных драконов, они тут самые полезные. И водяного даже не знаю, стоит ли ставить. По крайней мере, если ставить, то куда? Места реально особо такого нету хорошего. Поэтому думаю, все деньги сейчас буду отдавать в прокачку. Поехали. Первым делом накоплю и прокачаю, наверное, все-таки вот этого парня, потому что он сразу достает и до дороги, и до грифонов, и даже немного до воздушных шаров. Не, не достает. Ну, в общем-то, в любом случае, он тут один, а здесь их несколько. Поэтому прокачивать буду в первую очередь его. Уже слышу эту армию полета грифонов, хотя их тут всего три пока что. Тут воздушные шары, это ничего, тут тоже грифоны пошли. И на нас движется пехота. Что это? Арбалеты, ё-моё. Так, давайте воздушную атаку пустим, попробуем прорядить им тут все. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Арбалеты я не сломал, серьезно. Они очень крепкие, даже рыцари умерли. Ладно, помолимся, помолимся, чтобы я справился. И у меня уже почти есть 150 монет. Поэтому осталось убить буквально парочку. Пожалуйста, убейте кого-нибудь. Все, прокачал до третьего уровня, хорошо. Теперь я в себе уверен, главное, чтобы тут никто не умер от этих арбалетов. А то это будет очень-очень плохо. Надо следить за здоровьем. И не забывать, если что, пускать воздушные атаки. Но вроде грифоны вообще не проходят. Да и здоровье у всех полное, кроме вот этого вот. Я думаю, чтобы его восстановить, мы его просто прокачаем. Так, тут все нормально. Один грифончик. Бронированный грифон. Я и не заметил даже. Они стали какие-то бронированные. И тут потихоньку начинают проходить. Так, прокачаем его, чтобы не лечить тоже. Все-таки он тоже полезный там довольно. И все. Теперь все внимание надо сконцентрировать сюда. Посмотри, сколько денег идет. Ну не, эти арбалеты хоть и сильно нас дамажат, но они вообще не доходят. Поэтому все отлично. Как всегда, блин, поначалу какие-то проблемы испытали. Но это только из-за того, что я поставил кучу воинов здесь. А надо было все-таки ставить где-то здесь. Потому что грифоны сразу все это сокращают и приходят прямо к базе. И давайте до третьего уровня прокачаю и этого песчаного дракона. Теперь я за свою безопасность вообще спокоен. Осталось только заморозку прокачать и вот этого дракончика. И в принципе будет все окей. Хоть у нас очень мало всяких драконов тут стоит, но их, поверьте, нам хватает. Ведь все враги кучкуются. А песчаные драконы, как мы знаем, это не любят. Точнее, очень даже любят и активно контрят. Так, опять дофига грифонов. Здесь тоже дофига грифонов. И куча арбалетов. С ними надо что-то делать. Посмотрите, сколько их. Так, я, пожалуй, буду срочно копить деньги, чтобы если кого-то били, я сразу его прокачал и отхилил. Например, его или вот этого дракончика. Поэтому пока что наведусь на здоровье. Вроде никто не проходит, деньги копятся очень быстро. Уже почти 100 монет, это очень много. И потихонечку, помаленечку у нас все получается. Правда, арбалеты еще не дошли. А, они вот так стреляют. Посмотрите, в моего дракона. Жесть, да они прям через мост стреляют. Это плохо. Ладно, прокачаем его сейчас до третьего уровня. И сейчас тебя тоже до максимального прокачаем. Грифоны не проходят. Ну-ка, 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 надо, чтобы его чуть подкоцали еще. Хотя они, походу, даже не дойдут. Но не-не, вот коцают, 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 коцают. Еще одна полосочка и... Все, можно прокачивать, отлично. Теперь все под контролем. Арбалеты этих просто разнесут. Тут все хорошо. Замедлялу прокачаем сразу на третий. Ну, теперь вообще никаких проблем. Я вот не знаю, это вроде была даже не последняя волна, поэтому пока что расслабляться рано. И это даже не последняя волна будет. Вы серьезно? Я уже столько всего поставил. Ладно, что ж, у меня есть план. Чтобы заканчивать волны быстрее, я предлагаю куда-нибудь вот сюда поставить
песчаного дракона, чтобы он задевал сразу две вот эти стороны. В принципе, тут моя база вообще неприступна. И даже тут можно поставить. Да, тут можно поставить песчаного дракона и замедлялу сразу. И в принципе, грифон даже доходить не будут. Хотя это много смысла не имеет. Главная проблема у нас не с грифонами, а вот тут с арбалетами. Но тут ставить особо некуда. А если ставить здесь, то быстро арбалеты будут все выносить. Поэтому предлагаю, наверное, поставить куда-нибудь вот сюда. Надеюсь, арбалеты не дотянутся. Если дотянутся, то будем его прокачивать. Все-таки он третьего уровня куда опаснее, чем первого. Он, кстати, еще и до грифонов дотягиваться будет. Все отлично. Ладно, сейчас следим за ним. Главное, чтобы его не дамажили и чтобы он справился. Вон уже идут арбалеты, и надо с этим что-то сделать. Ну давай, мужик, показывайся в действии. Надо деньги зарабатывать. Ты же хочешь стать прокачанным? По нему попадают. По нему попадают. Мне срочно надо накопить 100 монет, пока его не убили. Иначе мне придется его лечить, а это делать не особо хочется. Ай-яй-яй-яй, как мало у него хп осталось. Ой, монет мало осталось накопить. Успеем или нет? Успеем или нет? Вот в чем вопрос. Нет, не успеем, не успеем. Хилю его. Это было опасно сейчас. Давайте, давайте. Чуть-чуть надо до 100 монет. Куча грифонов идет, куча всех идет. Хилься, мужик, живи. Сейчас прокачаю тебя. Осталось 15 монеточек. И 5 монет, давайте. Давайте, у него нет хп. Все, прокачиваю. Отлично. Фух, выжил. Посмотрите, сколько их шло тут вообще. Тут еще и воздушные шары подключились. Ну нет, теперь им точно жопа. Сразу и замедлялу здесь поставлю. Теперь, правда, бить, походу, будут его в основном, да. И надо будет с этим что-то сделать. 116 монет. Оставлю, чтобы прокачать его до третьего уровня. Поэтому давайте сразу запустим последнюю волну. И как я уже обещал, в конце я все это должен буду продать. Поэтому поставлю себе вместо ледяного дракона продажу. И мы проверим, работает ли это с сохранением монет. Если это работает, то это слишком жестко. Что это такое? Этот танкер какой-то летит. Боже мой, как мне это пробить вообще? Надеюсь, ты слабый, мужик. Воздушную атаку я могу тут использовать. В принципе, давайте одну используем. А, да, вам урон не проходит. Вы же типа летаете. Ну, обосраться. Я потратил 10 монет абсолютно впустую. Вот тут еще один летит. И грифоны. Неужели это опять какая-то жесткая воздушная атака? Или все вместе? Я боюсь, что моего ледяного дракона убьют сейчас очень скоро. Поэтому надо потихоньку его будет прокачивать. Но я также хочу накопить и на прокачку того дракона. Поэтому этого буду просто лечить, а прокачивать все-таки этого. Пока что вроде все нормально. Деньги потихоньку идут. Так, один раз вылечу. И сейчас прокачиваю. Хорошо. Теперь еще раз надо вылечить, пока его не убили. И еще раз. Какая же тут жопа идет просто. Вот сюда воздушную атаку. Вот сюда. Отлично. По целой кучке сразу. На. Они и тут пошли. Так, у всех хпшки нормально. У тебя. Я понял, уже прокачиваю. Ну, вроде держимся вполне хорошо. Главное за всем следить. Тут вообще никто не может пройти из летчиков. Это класс. Здесь у нас тоже по хп у всех хорошо. Тебя на третий уровень прокачаю. Ну и они теперь точно не пройдут. Теперь надо наготове быть, чтобы продать их всех. Ну-ка, давайте завалить этот шар воздушный. Молодцы. А, я тут тебя еще не прокачал. На. Другое дело. Здесь подхилим. Тут подхилим. И в целом вроде все нормально. И тебя на третий уровень. Ну и допустим, смотрите, у меня остается очень мало врагов, поэтому можно начинать продавать. Вот так. И вот так. Продаем просто всех. Абсолютно всех, кроме одного. У меня 1000 монет сейчас, по идее. Допустим, я продам даже так. Да и вообще вот так. 1000 плюс монет. Слушай, давайте просто сами его убьем. На. Сломалось. Так, еще одна воздушная атака. Фига он выдерживает много. Получай еще. Да сколько тебе надо-то, блин? Как бы он сейчас не прошел. Надо камень поставить. Держи камушек. Потом держи еще воздушную атаку. 3 воздушные атаки и пол моей сабли. На одну вот эту штуковину. Ну, это вообще какая-то жесть. На. Все, отлично, справился. И у меня типа 1000 монет с плюсом. Я очень сомневаюсь, что они перенесутся в следующий уровень, потому что если перенесутся, это будет вообще нечестно. И да, посмотрите, штормовой дракон. Походу, сегодня мы все-таки его откроем. Уровень, кстати, сложный. Ну и здесь тоже уровень сложный. Поэтому предлагаю начать со штормового дракона. Все-таки очень интересно на него посмотреть. Ля, ты какой маленький, ути-пути. Интересно, а ты будешь бить типа цепочкой? Это было бы очень жестко. И как мы видим, у меня монетки не сохранились. У меня всего лишь 200 монет, ну, в принципе, как я и думал. Опа, нашел сундучок. Второй, думаю, вряд ли здесь будет. Уровень сложный, кстати, очень атмосферный. Мы находимся посреди облаков, в грозах. И я реально нашел второй сундучок, пока это говорил. И посмотрите, они все летят по кругу и в итоге проходят к моему сокровищу вот здесь или здесь. То есть они облетают все вот это вот, присоединяются тут в одну огромную кучу и проходят здесь. Поэтому всю защиту надо организовывать вокруг этих мест. Сразу же давайте защитимся от земли, а именно сделаем вот так. Также вот здесь поставим рыцаря. И я думаю, имеет смысл поставить песчаных драконов. Я еще не знаю, как работает электрический, но стоит он 80, а прокачивается за 120. Это самый дорогой дракон теперь. Надеюсь, ты бьешь цепной молнией, то есть она будет отскакивать друг от друга к разным врагам. Но чтобы тебе было не так сложно, пожалуй, предлагаю поставить где-то вот здесь вот песчаного дракона. И на самом деле у меня еще есть деньги на электрическом.
рукава. Поэтому почему бы не поставить его еще. Но что за радиус? У тебя ты сумасшедший? Вы видите этот радиус вообще? Что с тобой не так, мужик? Ладно, тогда поставлю его куда-нибудь, даже не знаю. Наверное, вот сюда он очень много мест будет задевать. Что ж, давайте попробуем. Мне очень интересно, как они атакуют. Этот радиус — это какой-то шок. Оу, что? Грифона с удара? Серьезно? Ты промазал? В смысле ты промазал, мужик? Давай попадай. А, он мажет. Он серьезно мажет. Он не попадает. Посмотрите, что за бред. Но иногда попадает. Но, блин, он не бьет цепной молнией, но убивает с удара. И, посмотрите, они потом электризуются, если выживают. В общем, это какая-то жесткая штука. Я так понимаю, они очень сильные, но бьют только по одной цели. Это, конечно, обидно. Мне хотелось бы, чтобы они били слабо, но по всем сразу. Вот это было бы реально круто. Ну ничего, я обязательно попробую его на этом уровне прокачать до третьего максимального. Главное, чтобы сейчас грифоны вот сюда не прошли. Это будет неприятно. Я на самом деле предлагаю здесь поставить водного дракона, потому что здесь как раз очень четкая линейка идет. Хотя нет, даже вот здесь. Вот сюда поставить его будет вообще идеально. Да, он пробивает насквозь, поэтому можно даже сразу будет его и прокачать. И никто не прошел. Фух. Все-таки я очень много кого наставил. Сразу прокачаем водяного... Чего? Вы что выходите? Я сразу начал волну, что ли? Подождите, они тут без перерыва начинаются. Я же не нажимал. Ё-моё, вот это неожиданно. Ну ладно, тут водяной дракон очень хорошо всех пробивает. Мне даже сейчас хватит денег, чтобы прокачать тут рыцаря на всякий случай. Он задевает аж две стороны сразу здесь. И главное, чтобы по хпшкам тут у всех все было нормально. Да, у вас тут все хорошо. Опять куча грифонов. Так, надо с ними что-то делать. Надо обязательно прокачивать моего песчаного. Они все-таки тут ходят по кругу. И надо будет по кругу расставить песчаных драконов. Вот это самое жесткое, что я могу тут сделать. Поэтому сразу беру его себе и готовлюсь ставить где-нибудь вот здесь. Все-таки тут их очень много. Давайте, давайте, тут поднакопите мне монеток. Не чуть-чуть надо, одну буквально. Все, готово, ставим. Отлично. Ой-ой-ой, куда? Куда стоять? Стоять, куда собрались-то, блин? Вы че? Я не знал, что они и тут заходить будут. Так, ну это вообще не дело. Это вообще не дело, говорю. Давайте убивайте их. Я даже поставил песчаного здесь. Тут еще электрический стоит. Почему вы не справляетесь? Да давайте. Фух, кое-как, кое-как. Фух. Подождите, следующая волна сразу началась. Да, они тут идут без остановки. Ну ладно, мне это особо не помешает. В принципе, думать я могу и на ходу. Тут у нас все идеально вообще. Все аж сюда сразу бьют. Единственное, что электрические драконы как-то плохо тут справляются вообще. И надо прокачивать песчаного. Все-таки электрические драконы больше по одной цели. Что, тогда прокачиваем песчаного здесь. Надо будет и здесь потом прокачать. Опять воздушные шары пошли. Но тут у нас вообще все отлично. Даже арбалеты ничего тут не делают. Наверное, пока что не уверен. Но водяной дракон здесь очень полезно всех пробивает. Сколько грифонов, вы посмотрите! Так, песчаный, ты же у меня прокачан? Да, давай что-нибудь делай. Давай что-нибудь делай, пожалуйста. Они все-таки делают целый круг вот так, отсюда, вот сюда. Потом сюда, и сюда, и сюда. И успевают дойти, а некоторые поворачивают сразу здесь. Ну нет, это вообще не дело. У нас тут водяной дракон неплохо с ними справляется. Прокачаю его. И в целом вообще уже все хорошо. Теперь они вроде вообще даже не проходят. Ух, ладно, ладно. Мы выстроились на более-менее нормальную тему. Теперь никто не проходит. Но волны начинаются абсолютно сразу же. Поэтому надо думать, кого прокачивать следующим. Тут у нас все хорошо, но прокачать не помешает на самом деле. Хотя на самом деле можем на это место вообще по прокачке забить. Только когда у них очень мало хп будет. И пока что прокачивать только вот этих вот. И надо еще электрических обязательно прокачать, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть и вообще, насколько они сильнее станут. Возможно, они начнут бить разрядами, если я их прокачаю. Это пока непонятно. Но эти все-таки промахиваются вообще. Вы посмотрите. Он редко попадает. Вот сейчас он попал, но бронированного не убил. Он его застанил. Смотрите, он оглушил его электричеством, и он не мог двигаться. Сейчас может. Это, видимо, с каким-то шансом работает. Ну вот, допустим, если попадет в этого, то бац. Нет, подождите, я точно это видел. От него шло электричество, и он не мог двигаться. Во-во, смотрите. Да, у него есть шанс, что он застанет моба. Окей, это прикольно. Надеюсь, вы тут, ребята, все справляетесь. Я сейчас прокачаю одного электрического дракона. И я думаю, что прокачаю все-таки вот этого. Оба прокачиваем. Как ты станешь бить? Что, просто быстрее, что ли? Или сильнее? Я не знаю. Пока что разницы особо не вижу. Так, тут вроде никто не проходит. Тут тоже все нормально у всех. Да, отлично. Но на самом деле этот ад у нас довольно легко получается пройти. Хоть они и ходят кругом, и очень много воздушных всяких мобов, но мы им просто не даем дойти. Поэтому сейчас я думаю докачать электрического дракона до третьего уровня. Он все-таки почти с одного удара убивает эти шары. Или с одного... Куда? Куда? Алло, 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 алло. Почему? Почему ты такой живучий? Помогите мне кто-нибудь. Ребята, тут жопа полная. Вы чего? Да ну вы серьезно? Они сейчас все украдут. Быстрее ставить, прокачивать, я не знаю. Хоть кто-то должен их остановить. Они почти все украли. Ё-моё, пятая волна и не последняя даже. Мне пришлось в панике поставить его и прокачать здесь. Хотя, возможно, это даже не так плохо. Если будут подходить, мы будем их убивать хоть как-то. Так, на электрического дракона сейчас вообще нет времени. Нельзя его сейчас прокачивать.
они почему-то очень так себе работают, пока, как я заметил. По крайней мере, против этих врагов. И надо поставить вот здесь, вот почему-то он не всегда бьет куда надо. Надо будет поставить еще одного песчаного. Вот примерно вот куда-то вот сюда даже. О, поставил, другое дело. Пожалуйста, почему они уже проходят этот круг? Не дайте им пройти. И тут еще идут. Стоп, он пробивает их насквозь или мне показалось сейчас? Ладно, показалось походу. Так, ну вроде теперь все нормально. Боже, я уже запаниковал. Но это было реально стрёмно. У меня, посмотрите, осталось 350. Это очень мало. Прокачаем на всякий случай вот этого еще разочек. И я заметил, что вот этот корабль бьет моих драконов. Так, уничтожайте его, пожалуйста, электрически или кто там. Давайте всей семьей его бьем. Фух. И это еще далеко не последняя волна. Серьезно, почему они сразу начинаются? Я не успеваю подготовиться и отдохнуть. И с каждым разом становится все жестче и жестче. Надо обязательно докачать их всех до максимума. Вот в первую очередь его, потому что с этой стороны очень много кто проходит. Так, прокачал третий уровень, хорошо. Теперь они тут будут умирать, это очень приятно. Я думаю, можно поставить еще и здесь вот этого мужика. Хотя нет, тут он не влезает. Ну, кстати, его можно поставить здесь. На, ломай тут всех. Ты же наносишь урон, да? Ты не наносишь урон, серьезно? Ой, все, иди отсюда, блин, ты меня разочаровал. Так он, походу, и тут урон не наносит. Че ж тогда это за бред? Понял, тогда ломаем его и ставим еще одного песчаного здесь. Нам их надо тут как можно больше. И поставим еще одного вот здесь. Песчаные драконы тут самые-самые сильные. Так как они бьют сразу кучкой и спокойно бьют по воздуху, в отличие от остальных. Слушай, у меня тут вообще проблем нету. Вся проблема с воздухом. Финальная волна, наконец-то, боже мой. Надо прокачивать драконов. Так, третьего уровня, хорошо. Здесь они теперь даже выходить не будут. Я думаю, сейчас мы точно уже справимся, поэтому можно и прокачать электрического дракона. Давайте подкопим. Так, уже 90 монеточек почти. Давайте, 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 копим, 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 копим. И 160, готово, третий уровень. Ну и что ты будешь делать? Просто точно так же стреляешь по одной пульке? Ну не, этот дракон-то просто какая-то прокачанная версия огнедышащего дракона. Я ожидал немного другого. Я ожидал того, что он будет бить всех по цепочке, как электричество. Так, тут у меня еще не прокачан. Вот ты на, прокачивайся. Ну и теперь вообще даже шансов выйти нету. Они ниоткуда выйти не успевают. Разве что вот тут вот мы долго со всеми справляемся. Вообще не знаю, как мы тут вообще справляемся, потому что у меня тут вообще ничего не прокачано было абсолютно. Ну а здесь они даже выйти не успевают. Тут вообще даже уже никого нету. Осталась только эта сторона. На, вам в спину сейчас еще одного поставлю. На, удачи вам тут выжить, ребятки. И последние шары. Все, наконец-то я прошел этот уровень. И открыл себе электрического дракона, которым вряд ли буду пользоваться. Разве что он полезен против боссов, чтобы их станить. Но в остальном он скорее бесполезен. Что ж, перед великой битвой с боссом этой стены, нам осталось только пройти этот сложный уровень. И прокачать себе еще раз оружие. Я думаю, это обязательно стоит сделать. И только потом отправляться на босса. Ё-моё, что это такое? А чё мне сразу прокачанных не дали? Это чё, 4 стороны? Тут и рыцарь у меня стоит. Раз сторона, два сторона, три сторона и 4 сторона. Окей, вся проблема этого уровня в том, что тут 4 стороны. Но я знаю, как решить эту проблему. Во-первых, мне 100% надо ставить здесь водяных драконов. Чтобы каждый из них сразу отсекал всех по всем сторонам. Да, это будет сложновато, конечно. Но я думаю, мы справимся. Что? У меня всего 20 монет? Вы серьезно? Это вообще ненормально. Ищем сундучки. Я же вообще сейчас никого не поставлю. Так, ребятки, если вы видите сундучки, пишите в комментариях. Потому что я их тут вообще не вижу. Всего 20 монет. Это шок. Тут что, нет сундуков? Серьезно? Это первый уровень без сундуков? Я в это вообще не верю. Просто я смотрел уже почти все углы. И тут, походу, реально... А, нет, вот один сундук есть. 10 монет. Ну, спасибо. Все, больше тут сундуков нет. Все остальное я осмотрел. Что ж, давайте думать. На эту волну я могу поставить только воина. Его я по-любому буду ставить. Также здесь нам очень пригодятся водяные драконы. И мне прокачали саблю. Теперь она у меня золотая. Электрические драконы точно не понадобятся. Вот он, возможно, понадобится. Замедляющий 100% понадобится. И наш песчаный, самый полезный, тоже понадобится. Что ж, сейчас они идут с этой стороны и вот с этой. Тут у меня рыцаря нету, поэтому поставлю его обязательно здесь. Правда, надо как-то все так рассчитать, чтобы это все стояло очень-очень хорошо. Наверное, рыцаря поставлю поближе. Куда-нибудь вот сюда. А здесь потом поставлю громилу. Ладно, посмотрим. Мне нужно очень много денег, и я не знаю, как я с этим справлюсь. Это самый худший старт за все время. И надо бы проверить, как сабля работает. Сейчас попробуем. Бам-бам. Ну, с двух ударов убивает вот таких воришек обычных. В целом, пока довольно несерьезно. В любом случае, я надеюсь, что мы справимся, потому что пока что их идет дофига, а рыцари у меня вообще не прокачаны, и они пропускают почти каждого, посмотрите. Тут вообще рыцари идут защищенные, да ё-моё. Как я должен это проходить? Так, ладно, как только появляются деньги, я сразу прокачиваю рыцаря вон тут, за 30 монет. Либо, если мне не придется его прокачивать, то потом поставлю водяного дракона. Так, давай-давай, справляйтесь, справляйтесь. Тут, пожалуйста, мы в жопе. Мы в жопе, дамы и господа. Ну, кое-как абсолютно. Еле-еле справились, пришлось саблю даже потратить. Что у нас здесь? Нет, здесь вообще полная жопа.
жопа. Здесь вообще полная жопа. Вообще полная. Мне тут явно придется что-то ставить или прокачивать. Придется рыцаря прокачивать. По-другому вообще никак. Стоп, они медленные. Да, они очень медленные, друг друга не обгоняют. Я мог, в принципе, и не прокачивать этого рыцаря. Ну ладно, ладно, это ничего страшного. Главное, чтобы мне потом хватило на водяного дракона. Нужно $55. Еще и надо заморозку будет поставить. Водяные драконы и заморозка — это наше основное оружие здесь. Хотя вот если я поставлю здесь песчаного дракона и вот здесь песчаного дракона, это будет хорошая защита на все 4 стороны. 100 монет, окей, откуда теперь идем? Вот отсюда и вот отсюда, понял. Значит, скорее всего, имеет смысл поставить вот прямо-таки тут водяного дракона. И не хватает одной монетки на еще одного. Буду еще параллельно подкапливать на наших песчаных, потому что без них потом никуда. Если пойдут летающие войска, нам будет полная жопа. Но начну с водяных, потому что пока что вроде идут только пешие. Что это такое, боже мой? Как я должен это вот этим победить? Я не понимаю. А я еще и дракона сюда поставил. Ладно, сейчас убью одного воина и обязательно поставлю еще дракона вот здесь. Правда, как я потом буду эту сторону защищать, я вообще не представляю. Тут у меня вообще только он стоит. Ладно, подождите, водяной дракон, кажется, здесь справляется. Сейчас проверим. Так, надо, чтобы он пробивал всех. И да, он их точно пробивает, поэтому все отлично. Потихоньку они там все умирают. Ой-ой-ой, или не умирают, подождите. Подождите, помогу немножко. С этими справитесь? Но я все-таки помогу, потому что пока что страшно. Так, ставим водяного дракона куда-нибудь вот сюда. А, я ледяного поставил! Не водяного, а ледяного! Ой, все плохо, ребят, я перепутал! Я перепутал! У нас проблемы, теперь ставим водяного. Или водяного тогда уже не надо будет ставить сюда, наверное. Наверное, стоит уж тогда не ставить, потому что тут они и так справляются. Надо будет поставить песчаного. В общем, сейчас посмотрим, с каких сторон они будут атаковать, потому что этот рыцарь очень замедлен, я думаю, он вообще не пройдет никогда. Но они украли у меня 20 золота, этот уровень реально сложный. Да, все, он умер, и у меня 144 монеты. Теперь они идут с этой стороны. А, они идут со всех трех сторон, понял. Кроме вот этой, которую я сейчас больше всего укрепил. Ну, отлично. Что ж, тогда предлагаю поставить песчаного дракона вот здесь. Он будет захватывать сразу три стороны. Не знаю, как это мне поможет, но как-то должно. И пока ставлю водяного дракона на другое место. Подождите. А, вот водяной дракон. Боже, я его просто перепутал с ледяным. Ну ладно, это не ошибка, он тут тоже пригодится, ведь я здесь потом поставлю вот этого. Так, откуда идем? Отсюда рыцари идут. Хорошо, понял. Вот даже не знаю, хватит ли мне такой защиты. Здесь тоже идут. Вот здесь у меня большие-большие проблемы. Тут все-таки у меня водяной дракон, тут песчаный, а вот тут только не прокачанный рыцарь. Поэтому поставим водяного дракона вот так. И сейчас подкопим золото и прокачаем рыцаря. Надеюсь, вы с ними справитесь тут. Хоть как-нибудь. Так, ну вроде пока справляемся. Поэтому, опа, прокачиваю рыцаря. Все, здесь точно никто не пройдет. Тут у нас как дела? Вроде пачками потихонечку валим, да, ребят? Я очень на это надеюсь. Вся надежда на вас. Ну да, здесь они не проходят. Тут тоже все хорошо. Тут вообще просто крестьяне идут. Водяной дракон с ними просто пачками справляется. Посмотрите, бам! И еще разочек, бам! Все ложатся. Ну, в общем, здесь тоже никто не пройдет. И, пожалуй, надо будет потихоньку где-то кого-то прокачивать. Пока даже не знаю где. Наверное, вот этого водяного дракона прокачаю. Поэтому давай. Блин, когда они подошли в упор, ему уже сложнее бить гораздо. Ё-моё, а вы тут справитесь? Ну да. Он справляется. Он второго уровня, со всеми прекрасно справляется. Главное, чтобы тут этого рыцаря убили. Не, этот уровень вообще потный какой-то. Надеюсь, вы поставили лайк. 126 монет, окей. Что я должен сделать? Сейчас они идут со всех четырех сторон. Поэтому первое, что я должен сделать, это поставить, наверное, сюда вот куда-то еще одного песчаного дракона. Да, это будет правильно. Потихонечку защищаем каждую сторону. И 50 монет оставлю, посмотрим, что надо будет потом прокачать. Поэтому запускаем волну. Ну нет, ну какой таран, вы серьезно? Так, здесь надо будет поставить ледяного дракона. Наверное, даже прямо сейчас. Потому что тут вроде по защите все хорошо. Тут хорошо, ледяной дракон есть, тоже тараны. Тут все нормально, а вот тут у меня сейчас будет полная жопа. Потому что у меня тут ничего не стоит почти. Поэтому поставлю вот здесь вот ледяного дракона. Я очень надеюсь, что вы, ребятки, все справитесь. Сейчас самое главное, орда идет здесь. Здесь грифоны идут и вот здесь. Ладно, остается просто помолиться. Давай, водяной дракон, справляйся. Хорошо. Нет, все, с грифонами все хорошо. Они успевают одного убить. Это главное. Значит, никто из них не пройдет. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Если что, надо будет прокачать, наверное, вот этого водяного дракона сейчас. Ой, вот тут жопа. Надо это сломать срочно, ребятки, сломать надо. Хорошо. ХПшку у тебя мало, конечно, ледяной дракон, но мы тебя сейчас прокачаем. Тут у нас как? Тут у нас все плохо. Хилить. Хорошо, живой. Все живые, да? Все живые. Ну, фух, вроде все. Вроде со всеми сторонами справились. Надо вот тут будет тоже водяного дракона поставить. Хотя нет, зачем тут водяной дракон, если здесь идеально располагается вот он. Под замедляющего, под всех их. Вроде как потихоньку делаем неприступную крепость. Сейчас в первую очередь надо качать водяных драконов до максимума. А там, где у нас нет водяных драконов, там у нас стоят песчаные драконы. То есть вот здесь и вот здесь. Поэтому вроде все нормально. Сразу запущу следующую волну и посмотрю, где стоит прокачать. А то тут у нас, например, только водяной дракон стоит.
стоит, этого явно мало. Скорее всего, сюда надо будет даже песчаного дракона поставить. Так, опять жесткая волна здесь, это, конечно, все неприятно. Подожди, это что, катапульта? Это катапульта, боже мой, я ее еще, по-моему, ни разу не видел. Это стрёмно. Тут у нас опять грифоны, и здесь я, пожалуй, прокачаю водяного дракона. Надеюсь, он будет получше справляться. Ну да, с грифонами они стали хорошо справляться. И даже рыцари здесь тоже прокачают, а то эта сторона выглядит как-то максимально опасно. Но водяной дракон теперь всех защищает. Тут на что? Тут тоже грифоны, блин, об этом-то я не подумал, я не увидел. Ну ладно, тут их мало, поэтому с ними все прекрасно справляются. Тут пока никто не идет. В общем, основная жопа сейчас у нас идет здесь, с катапультой. И надо думать, что с ней делать. Скорее всего, я должен здесь поставить водяного дракона. Он тоже здесь будет очень полезен. По нему уже катапульта выстрелила. Фига, хп сняло. Так, ну нет, это незаконно. Надо ее воздушной атакой накарать. Давай сюда воздушную атаку, катапульт сносим. Ну-ну-ну-ну-ну. Не снеслась, блин, это плохо. Посмотрите на его хпшки. Лечись. Все остальные стороны мы уже зачистили. Вся проблема только здесь, и катапульта очень быстро сносит моего дракона. Надо его быстрее прокачать, я хилить его не хочу. Ладно, придется еще раз отхилить. Давайте катапульту, фу, все, молодцы. Теперь прокачиваем его, раз, готово. Ну я не знаю, выглядит жестко, но на самом деле пока что не очень жестко. Еще это далеко не последняя волна. Что ж, давайте тогда запустим следующую. Пока что очень стрёмно. Так, теперь идут отсюда, оттуда уже пошли, отсюда идут и отсюда. Я так понимаю, что нужно ставить теперь как можно больше песчаных драконов по всему периметру. Поэтому поставим его вот сюда, пускай помогает. Здесь у нас довольно нормальная защита. Тут тоже все хорошо. И вот здесь вот сейчас будет полный ад. Полное месиво. Я так понимаю, я обязан сейчас делать воздушные атаки. Тут сразу два тарана. Это вообще ненормально. Их надо как-то уничтожать. Нужна еще одна воздушная атака. Причем очень-очень срочно. Вот сюда, давай. Давай-давай-давай, ломаем. Все, отлично. Я сломал тарана, ни один дракон не умер. Тут все прекрасно вроде как. Они тут вполне защищают всех, да. Здесь тоже обычные крестьяне идут. Это как вообще? Ну и тут они все справятся. Фух, пока все хорошо. Остается ставить только больше песчаных драконов. А, нет-нет-нет, не умирай, не умирай. Нет, я его отхилил под конец. Как ты мог умереть, брат? Это вообще не дело. Тогда ставим его и сразу прокачиваем. Ой, ты куда? Ты куда? Здесь у нас две катапульты сразу. Чего? Вы ненормальные там вообще? Так, что по хп у вас? А ну, тебя прокачиваем. Тут все хорошо? Да, все. Вся битва только здесь. Так, все нормально? Ну, вроде добьют, вроде добьют. Он третьего уровня все-таки, давай. И у меня целых 160 монет накопилось, жесть. Я думаю, вот этого рыцаря стоит продать. Он здесь как-то вообще не кстати стоит. Поэтому давайте его продадим. И я поставить его больше не могу, ё-моё. Что-то я тупанул. Ну ладно, это плюс деньги. А это означает, что здесь мы скорее всего поставим песчаного дракона. Я думаю, да. Лишним он не будет, тоже на две стороны работать будет. И надо, знаете, потихоньку прокачивать песчаных драконов. Сейчас запущу волну и посмотрю, где это больше всего будет необходимо. Последняя волна. Так, тут у нас грифоны с тараном. Здесь у нас таран с тараном. Здесь у нас кони с тараном. А тут таран с рыцарями и тараном. И катапультой. Так, понял. Прокачиваем его здесь. По-другому просто никак. Хотя я могу еще и где-то в другом месте прокачать. Наверное, вот здесь, да. Они сразу два будут на эту сторону тоже работать, когда справятся со всеми грифонами. Так, ребятки, сейчас очень опасно. Надо следить, где у меня кто-то умирает, и сразу идти туда помогать. Вот тут вообще жопа какая-то. Я не знаю, две катапульты, два тарана, это вообще ненормально. Сразу буду кидать воздушные атаки, чтобы хоть как-то это остановить. Так, все нормально у всех тут, ребятки. Не успеваю за всеми следить. Ой-ой-ой-ой. Тут прокачать водяного дракона, хорошо. Тут прокачать водяного дракона. Ладно, будет сделано. Здесь вот воздушную атаку пустить. Я вообще не успеваю за всем следить. Это реально сложный уровень. Тебя подхилить, тебя еще раз подхилить. Тебя подхилить. Вот тут полная жопа вообще. Я не знаю, как это защищать. Кидаю разве что воздушные атаки, я не знаю. Пытаюсь мечом как-то помочь добить катапульту. Меч мой сломался. Так, ничего, еще тебя подхилю. Еще воздушную атаку вот сюда. Тут у нас как? Никто не умер. Тебя. Ну и вроде все нормально. Можно даже прокачать вот его. Фух, потихоньку справляемся. Но это последняя волна, поэтому теперь я думаю точно, что мы уже справились. Хоть это было и довольно сложно. На, хпшку, на, ты тоже. Все остальные целы-здоровы, на тебе. Фух, я прошел этот уровень. Ну, ребята, на самом деле, я думаю, что на замок мы пойдем уже в следующей серии. И тем более, посмотрите, в следующей серии перед замком нам еще предстоит открыть вулканического дракона. Жесть, я даже не знал, что такое есть. Потому что после этого уровня я довольно сильно устал. А нам все-таки, видимо, надо еще открыть вулканического дракона. Поэтому всем спасибо за просмотр. У микрофона был Фикс. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайки, писать комментарии, а также нажимайте на колокольчик. Всем пока!